Добрий вечір. Це тема дня. Станом на 9 годину 10 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус, повідомляє сайт Миколаївської облдержадміністрації. Вчора цей феномен перевіряла комісія на чолі з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. Чи знайшла комісія порушення в алгоритмі діагностування тих, у кого є підозра на коронавірус? Чи є необхідність вносити зміни в організацію цієї роботи? Розповість наш сьогоднішній гість в студії. Головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. Володимир Іванович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Спасибі, що не зважаючи на зайнятість, ви все ж таки встигли приїхати до нас в студію. На брифінгу для журналістів Ляшко сказав, що миколаївці дотримуються алгоритмів, втім є певні проблеми, певні порушення. Зазначив, що були дані одразу певні рекомендації. Пряма мова головного санітарного лікаря. Я пропоную, давайте подивимось. Можна говорити про різні речі, але система готова і вона повинна виявляти хворих з коронавірусною хворобою. Є, можливо, питання зараз там в алгоритмах тестування саме при першій зустрічі пацієнта з лікарем і перенаправленням для відбору зразків. Ці питання ми сьогодні проговорили, побачимо динаміку і результат змін. Сенсації ви не шукайте і не знайдете. Ми пропрацювали сьогодні 4 рівні надання медичної допомоги для того, щоб подивитись, які алгоритми працюють і де, можливо, алгоритми не допрацьовують до кінця і треба посилити. Тому на кожному з 4 етапів були надані певні пропозиції, і ми побачимо як певні позитивні речі, так і певні негативні речі, які потребують удосконалення досить швидко. Тому я ще тут закликаю всіх, хто дочетний до прийому обласного бюджету, досить швидко зібратися і прийняти зміни до обласного бюджету, оскільки від цього залежить також і рівень надання медичної допомоги на рівні області, і забезпеченість засобами індивідуального захисту медичних працівників. Тут багато складових. Пропозиції, зауваження завтра ми більш детально опрацюємо сьогодні ми з командою і будуть озвучені міністром охорони здоров'я. Це тема дня. В студії головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. Володимир Іванович, будь ласка, прокоментуйте коментар Віктора Ляшка. Спасибо за вопрос. Мне тяжело, конечно, комментировать высказывание своего руководителя непосредственно, но хочу обратить внимание, что... Але він там, а мы тут. Да, я с вами согласен. Я полностью участвовал от начала до конца во всех проверках, то есть, которые были по учреждениям. Хочу сказать, что Виктор Кириллович, во-первых, имел в виду, говоря об алгоритмах, не только нас. Он говорил о том, что, если прислушаетесь, что в процессе работы Министерства здравоохранения алгоритмы имеют право изменяться, они изменяются, и опыт наших коллег, где уже достаточное количество случаев, заставляет менять эти алгоритмы. В частности, что касаемо нашей области, я так понимаю, что речь шла о том, чтобы не допустить, как это было сделано в Западной Украине, в алгоритм взаимодействия первичного звена и до момента госпитализации. Имеется в виду, что только специализированные бригады, которые созданы у нас, которые обучены как отбору материала, поведение с больными, его госпитализации, должны доставлять его в профильное медицинское учреждение первой линии, которое у нас обозначено. В частности, на сегодня это в первую очередь инфекционная больница, дабы не было заражения прочих медиков. Поэтому вот более 300 человек медиков на сегодняшний день имеют диагноз коронавирус. Вы знаете, на Украине я имею в виду. И, как правило, он рассказывал об этом. Это произошло по причине того, что вот в алгоритм взаимоотношений от первого звена до последнего включались прочие звенья. То есть, например, семейный врач вызывал скорую, где находится не профильная бригада, не готова. Они перевозили в районную центральную больницу, которая не готова. И пока пациент попадал в профильное учреждение первой линии, происходило инфицирование медиков. Вот об этом он имел в виду. Потому что, изучая, будем говорить так, нашу систему,
когда мы предложили крупные учреждения, это, вот, допустим, первой линии, первая инфекционная больница, первая городская больница, первый роддом, Первомайская больница, это крупномасштабные, в общем-то, крупные учреждения. Мы решили, что мы будем госпитализировать в инфекционную больницу всех с подозрением на коронавирус, вне зависимости от места проживания, и специализированными бригадами, которые прошли обучение. Он просто подчеркнул, скорее всего, что это надо сделать и учесть этот вариант. Просто на сегодняшний день мы еще с таким вопросом, ну, будем говорить, не сталкивались, поэтому он упредил нас на вот этот вот возможный момент. Это как бы я прокомментировал в отношении нарушения алгоритма. Все, что касаемо нарушения алгоритма, он сказал в отношении проведения исследований. Я так думаю, что он имел в виду ужесточение сроков, то есть минимизацию срока от момента забора материала до момента поступления его в лабораторный центр, не более того. И также имел в виду, наверное, применение быстрых тестов, которые поступили в лечебную сеть, и использование ПЦР-реакций, которые есть в лабораторном центре. Это разные вещи, для чего они предназначены. Он прокомментировал и подсказал это как лечебникам, так и у нас в лабораторном центре. Вот это, скорее всего, вся квинтэссенция его предложений по поводу алгоритмов. И я думаю, что алгоритм вообще в зависимости от ситуации он будет меняться и прописываться министерством в каждом конкретном, ну, видении, исключении там, или предложении. Володимир Іванович, ви зазначили про створення спеціальних бригад. Будь ласка, скільки їх існує в Миколаївській області і де вони проходили навчання, адже це спеціальне навчання. Спасибо. Значит, ну, во-первых, їх 29. А я хочу сказати, що ці бригади, які должны оказывать именно помощь от момента вывоза госпитализации больного до профильного стационара инфекционного. Отбор материала, обучение по отбору материалов они проходили на базе областного центра лабораторного, а обучение по поводу поведения своей самозащиты, будем говорить, применение средств защиты, это все медицина экстренная. Они получили соответствующее обучение, готовы. И вчера проверялись экипажи. Вот причем так внезапно откройте машину, мы хотим посмотреть, как вы укомплектованы. И заместитель министра видел. А они не были готовы до этой проверки? Нет, они готовы. Имеется в виду, проверялись машины даже не вот так. Те, которые... для них, так? Да, которые на предмет, просто вот Виктор Кириллович попросил, вот я хочу открыть такую-то машину, я хочу посмотреть. Ему показали, что есть вся необходимая амуниция, скажем так, для того, чтобы одеться и правильно провести госпитализацию больного с подозрением на коронавирус. То есть, если людина відчула себе погано, вона телефонує на 103 и до неї, и если вона говорить, вот, будь ласка, цей весь механизм. Спасибо за вопрос. Значит, человек, который почувствовал себя больным и понимает, что он может быть заражен коронавирусной инфекцией, то ли его пребывание за границей, то ли возможный контакт с человеком, который уже был с подозрением, или, не дай бог, ему был поставлен диагноз, он должен позвонить своему семейному врачу, с которым у него подписана декларация. Если его не удовлетворил, скажем так, ответ семейного врача, и если он пожелает, он звонит на 103, правильно вы говорите, это горячая линия, где получает полноценную консультацию, и рассказывая о своем состоянии здоровья, ему рекомендуют госпитализироваться, то именно специализированная бригада, которая определена уже, она вызывается 103 номером, и они забирают этого человека и госпитализируют. Вот это процедура, которая прописана. Это есть алгоритм, вот, о котором мы говорим. Повертаючись до алгоритмів роботи комісії, були відслідковані та перевірені алгоритми роботи від дзвінка пацієнта, про який щойно зазначив Володимир Клочко, до сімейного лікаря, до медичної допомоги. Також відвідали медичні установи Миколаєва станцію екстреної медичної допомоги, перевірили готовність лікарень, що визначені базовими для прийому хворих з коронавірусною хворобою. Будь ласка, пряма мова. Проговорили з медичними працівниками, позадавали запитання, чи знають вони телефони мобільних груп, куди вони направляють хворих, коли диспетчер спілкується, як часто виїжджає швидка медична допомога на хворих з ковід. Відкрили буквально спонтанно одну з бригад швидкої медичної допомоги, яка стояла на території підстанції, не знаючи вибірковим порядком, перевірили укладку, оскільки прийшли сигнали, що на Миколаївщині сьогодні в бригад швидкої медичної допомоги немає засобів індивідуального захисту. При нас відкрили ми цю укладку, швидка була укомплектована
костюмами біологічного захисту, респіраторами, захисними окулярами і щитками. Це дозволяло їй зробити з тим комплектом три виїзди до хворих з ковід і транспортування цих хворих з ковід. В подальшому вони приїжджають на підстанцію і поповнюють свої запаси. Наступним етапом ми подивилися лікарню, яка визначена як заклад охорони здоров'я, який повинен приймати хворих з коронавірусною хворобою. Це інфекційна обласна лікарня, в якій ми пройшли, поспілкувалися з медичними працівниками, з головним лікарем, подивилися стан підготовки. Так, ми можемо зараз сказати, що лікарня є в стані, який потребує ремонту, капітального ремонту, але в той же час органи місцевого самоврядування зробили сьогодні певну роботу і зараз лікарня перепрофільована, вона готова приймати хворих з коронавірусною хворобою. Поставлено 16 апаратів для штучної вентиляції легень. Передбачено бригади спеціалістів-реаніматологів, які можуть приїхати і працювати на цих апаратах штучної вентиляції легень. До кожного апарату підведений кисень, який дозволить пацієнтів перебувати на кисні. Тобто заклад підготовлений, медичні працівники підготовлені. Також ми відвідали окремо лікарню міську, третю, здається, по номеру. Там підготовлений цілий поверх як перспективного перепланування. Сьогодні проводиться зміна повністю потоку руху пацієнтів в цьому закладі. Він також буде готовий приймати як мінімум 50 хворих. Це тема дня. Володимир Іванович, будь ласка, Віктор Ляшко зазначив, що медичні установи, спеціальні медичні установи Миколаївської області і, в частності, Миколаєва готові для прийому хворих. Тобто тут все гаразд, так? Начебто так. А ось сьогодні президент України Володимир Зеленський висловив недовіру перевірки, яка відбувалась вчора в Миколаєві, і вимагає провести повторне дослідження, повідомляє прес-служба голови держави. Володимир Іванович, будь ласка, як ви? Я розумію, що ви не можете коментувати, чому так президент реагує, і все ж таки... Ну, я хочу сказать, наверное, все-таки всех интересует, почему до сегодняшнего дня нет коронавируса в Николаевской области. Ну и, наверное, президенту показалось, и может быть это правильно, что одного дня для проработки целого каскада вопросов, которые связаны с данной проблемой, может быть мало. Возможно, помимо заместителя министра, главного государственного санитарного врача Украины, в комиссии будут включены узкие профильные специалисты, я так думаю, может быть инфекционисты, может быть вирусологи, может быть какие-то люди, которые будут давать методическую помощь. Наверное, это связано с тем, что будет расширен просто список проверяющих для того, чтобы более тщательно, скажем так, посмотреть на каждом этапе регламенты взаимодействия, как работает каждая структура, как она связана именно в медицинском аспекте, я так понимаю. То есть это уже не будет рассматриваться наличие той или иной базы, я думаю, это сугубо уже медицинские аспекты. Я думаю, что эта комиссия будет состоять просто из узкопрофильных специалистов, как я предполагаю, которые изучат, наверное, дадут соответствующие рекомендации, возможно, сделают определенные виводи. К этому нужно бути готовим, откуда я знаю. Володимир Іванович, а ваша особиста думка, чому в Миколаївській області немає коронавірусу? Це феномен чи просто все? Ні, так? Это, я думаю, що це ні в якому ні в коєму случае не феномен. А трудно розсуждати на цю тему, але я хочу сказати чисто таку жизненную позицію. Какая-то же область в Украине должна была быть последней, в которой будет зарегистрирован и выявлен этот случай. У нас же был случай, который просто зарегистрирован за городом Киевом. И результаты, которые обследования, которые были проведены здесь у нас в лаборатории, были положительными. Просто человек сначала обратился в Александровскую больницу города Киева, ему там был поставлен диагноз, а уже материал его, который оставался здесь, прошел работу, тоже был определен коронавирус. Но так получилось, что согласно законодательной базе, там, где выявляется инфекционный больной, за той территорией он и регистрируется. Поэтому наш житель города Николаева был зарегистрирован за городом Киевом. Все те контакты, кто с ним были, были обследованы. Вот у них все хорошо и результат отрицательный. А говорить еще можно и о другом, если вы обратите внимание на статистику той же Харьковской
Харківской области, которая намного больше, чем мы, у них сам город Харьков больше, чем Николаевская область, то у них был зарегистрирован первый случай, и потом на протяжении 3 недель у них тоже ничего, ни один случай не регистрировался, только после этого появились прочие моменты. Ну, увеличилось количество заболевших. И еще хочу сказать, наша область очень мало приняла людей, которые работали за границей. Это порядка 2900 человек за весь период, в то время, когда некоторые области Западной Украины в день принимали по 2000 своих жителей, возвращающихся из-за границы. Посещенность иммиграции тоже с этой точки зрения сыграла свою роль. А скажіть, будь ласка, Володимир Іванович, а алгоритм дії на Миколаївщині базується і на світовому досвіду? Смотрите, алгоритм дій, він прописан приказами, методичними рекомендаціями Міністерства здравоохранения України, конкретними приказами і рекомендаціями штаба или комісії техногенної безопасности и надзвичайних ситуацій. Это имеется в виду регламент, вот, который, сугубо говоря, медицинские наши отношения, они прописаны министерским приказом. На сегодня это 722 приказ Міністерства здравоохранения. До этого был 663. В силу изменения обстоятельств и ситуации, которая идет, министерство изменяет и вносит, изменяет сам приказ и вносит изменения в регламент взаимодействия. Поэтому это тенденция, которая будет изменчива в зависимости от ситуации. Мы, как медики, работаем по приказу Министерства здравоохранения, который утверждает регламент вот этот вот, о котором мы говорим. А чи проходить карантин тих, хто зараз приїжджають за кордону, і як він відбувається? Да, обов'язково. Стежити за цим? Це прописано законодательством, це прописано постановою Головного государственного санітарного врача. Ми на сьогоднішній день получаем списки. Происходит такая ситуация. При пересечении кордона наша прикордонная служба собирает данные о людях. Они проходят там термометрию, они дают эту добровольную сгоду на самоизоляцию, подписывают ее в 2 экземплярах. Один остается у них на руках. Их сопровождают до места их поселения. При этом мы имеем конфиденциальные данные, о которых мы не всегда говорим. Их имеет национальная полиция. Имеем мы адрес места проживания, телефон. Они передаются под контроль национальной полиции. Полиции, медиков, которые работают с полицейскими, и выборочно эти адреса и соблюдение самоизоляции проверяется, это однозначно. И на сегодняшний день порядка 1200 человек уже сняты с самоизоляции, потому что истек срок в 14 дней, который рекомендовался, то рекомендован Министерством здравоохранения. Володимир Іванович, а скільки тестів проведено в Миколаївській області? Якщо, на вашу думку, феномена в тому, що у нас немає жодного випадку, слава Богу, на захворювання коронавірус, і все ж таки робота проводиться, тестуються люди, скільки проведено? Ще раз хочу пояснити, що значить тестів. Є швидкі тести, про які ми говоримо, які використовуються врачами-лечебниками непосредственно у пацієнта, у якого є необхідність, підчеркую, проводити таке тестування. Якщо ви говорите о ПЦР-реакції, то на сегодняшний день у нас обратилось 107 человек с подозрением на коронавирус. За исключением 2 человек, которые отказались, все остальные были проверены, им была поставлена ПЦР-реакция. 18 сегодня находятся в работе, остальные все отрицательные по результатам, что и вызывает сомнения, собственно говоря, поэтому и говорят. Но за лабораторией, хочу сказать, мы проводили сопоставляемость результатов, есть такая, называется зовнішнє лабораторія, лабораторное тестирование с нашими коллегами из Одессы, где были зашифрованы пробы, соответственно, от заболевших и от здоровых. И я вам отвечаю за то, что совпали полностью результаты. Более того, вот тот человек, который был выявлен в городе Киеве, житель города Николаева, и там ему лабораторно был подтвержден диагноз, потому что он самостоятельно обратился, но он успел обратиться сюда за медпомощью, был взят у него анализ, который просто хранился в нашей лаборатории. При проведении исследований мы определили у него тоже положительный результат. Вот поэтому я хочу сказать таким образом, как проходит тестирование. Это есть как раз входит в регламент, кого нужно обследовать. Все подряд обследоваться не должны. Люди обследуются по показаниям, как на быстрые тесты, так и методом полимеразной цепной реакции. Володимир Іванович, і скажіть, будь ласка, коли можна буде говорити про
послаблення карантинних заходів. Дуже втомилось людей. Я думаю, что это не совсем вопрос ко мне, потому что разные могут быть предположения. Все будет зависеть от развития событий по заболеваемости. Мы не говорим и даже не надеемся на то, что у нас вообще не будет этого заболевания. Конечно же, оно будет. Как это будет протекать, в какой интенсивности, сколько будет заболевших, сколько будет контактных, как у нас будет развиваться события по их госпитализации. Это и будет эпидобстановка, которая позволит потом принимать решения в каждом конкретном случае, на каждой конкретной территории, или, возможно, под общий регламент государства будут даны директивы для ограничительных мероприятий. Это зависит не от меня, допустим, скажем так. Тобто про відміну карантину поки що не може бути і жодного слова. Я би воздержався, просто є висказування о тому, що він буде ослаблений. Наверно, що значить ослаблений? При повищенні бдительності определенних людей к своєму собственному здоров'ю, к здоров'ю своїх окружаючих, близьких, це один варіант. Якщо ми навчимося правильно себе вести в обществі, не создавати панику в первую очередь, очередя в магазинах. Будет рассмотрен вопрос, где можно открыть какую инфраструктуру, потому что люди действительно истощились в плане финансов, в моральном плане. Я понимаю эту ситуацию, поэтому есть разные предположения. Если ситуация будет стабильна относительно, и динамика заболеваемости будет плавной, скажем так, не взрывоопасной, не такой, которая станет, приведет к критической точке здравоохранения, наверное, какие-то меры послабления могут быть приняты. Але сьогодні ще нестабільна ситуація. Сьогодні вона нестабільна во всьому государстві, і прогнозується пік нашими учеными і руководителями, що це буде где-то конец апреля, 20-е числа. Поэтому і накануне у нас Пасха, і накануне поминальне воскресенье. Поэтому вот об этом-то идет речь, как зберечь своє здоров'я, здоров'я своїх окружающих, дабы на этих праздниках не было обширних контактів, от об этом йде речі, це є велика проблема. Володимир Іванович, спасибі, що завітали до нас в студію. Володимир Клочко сьогодні гість нашої студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.